Данный узор называется паркетная вязка. Раппорт составляет 3 петли. Я буду набирать 12 и плюс 1 петля в конце набора. Делаю первую петлю и набираю 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получаем цепочку из 13 воздушных петель. Так, дальше я буду вязать первый ряд. Мне нужно связать 2 воздушные петли. Пропустить, это у меня последняя петля набора, я ее не трогаю. Пропустить 2 вот этих петельки, то есть угловая петля. И вот в эту петлю, то есть пропускаем, получается, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую вяжем столбик без накида. Вот так. То есть вот таким образом это будет выглядеть. Затем опять пропускаю 2 вяжу 2 воздушные, пропускаю 2 воздушные на цепочке и в третью провязываю столбик без накида. Затем опять вяжу 2 воздушные петли, пропускаю 2 воздушные и вот сюда провязываю столбик без накида. И последний элемент, то есть 2 воздушные, пропускаю 2 воздушные, в последний вяжу столбик без накида. Получается 4 вот таких вот элемента маленьких. Теперь мне нужно подняться, 3 воздушные петельки связать, разворачиваюсь, и в данный столбик провязываю сюда вот, провязываю один столбик с накидом. Так, теперь я вяжу в следующий столбик без накида на предыдущем ряду, то есть цепочки мы пропускаем, и вот в этот столбик я вяжу 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Затем также пропускаю цепочки и в столбик на предыдущем ряду, в столбик без накида, вяжу 3 столбика с накидом. Второй столбик и третий столбик. Так. И последний у меня остался столбик. То есть вот сюда мне нужно также связать 3 столбика. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. В последнюю петлю, то есть мне нужно пропустить 2, и вот сюда связать 2 столбика. Так, 1 и 2. Так, вот таким образом у меня будет связан первый ряд данного узора. Затем вяжу, так, вернее, не первый, а второй, извиняюсь, ряд связан. Теперь я вяжу третий ряд. Цепочка из 3 воздушных петель, 2, 3. Так, и прикрепить ее нужно посередине, то есть вот к этому столбику центральному, с помощью столбика без накида. Дальше вяжем по 2 воздушных и также крепим центральный столбик. Так, затем опять 2 воздушных и крепим в центральный столбик, то есть вот сюда. Так. Затем опять 2 воздушные и последнее крепление в верхнюю воздушную петлю на предыдущем ряду, то есть вот сюда. Таким образом у меня получается уже третий ряд. Четвертый ряд вяжется так же, как второй, то есть поднимаюсь, вяжу 3 воздушные петли и
Вот сюда, в этот столбик, провязываю один столбик с накидом. Так, дальше 3 столбика в данный столбик на предыдущем ряду. То есть, чтобы они были друг над дружкой. 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Так, затем пропускаем цепочку и опять в такой же столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Так, и затем остался один элемент, то есть вот сюда таких же 3 столбика нужно связать. Раз, два, три. Так, в последний столбик, то есть вот сюда, я должна связать 2 столбика. Раз и два. То есть получается вот такой вот узор. Естественно, что следующий ряд будет повторяться. То есть сейчас я связала 4-й ряд. 5-й ряд, он вяжется так же, как 3-й. И затем как бы ряды чередуются. Вяжите столько, сколько вам необходимо рядов.